Дорогой друг, привет! Желаю тебе счастья! Пожалуйста, подпишись на канал, нажми красную кнопку подписаться и не забудь поставить лайк. Так ты оценишь мой труд и время, которое потратил на это видео. Я думаю, ты нажал подписаться и лайк. Благодарю! В Microsoft есть удаленное управление. Идем в пуск, нажимаем параметры. Кстати, у вас этой такой функции нету, тогда обновите Windows 10 здесь. Так, идем в систему, и сбоку у нас есть удаленный рабочий стол, да. Позволяет подключаться к этому компьютеру, управлять им с удаленным, как TeamViewer, если знаете. То есть удаленно управляете с любого места, доступен всем. Так, можно включить, да, у вас подключено. Вот, можно пользователь выбирать, здесь добавляете, кто может управлять. Так. Ну, здесь тоже, если нет клиента рабочий стол, да, подробно прочитайте, как справку можно прочитать подробно. То есть вы уже знаете, как подключить. Это очень хорошо, когда вы, например, украли, потеряли ноутбук. Ну, терять ноутбук это нереально, но если украли, это очень хорошо.